Продолжаем работу. Всем привет. Вот укладываем вот такие ковры родные. Вот. Почему-то на передней ванне вот под ногами в одном месте и в другом на водительской коричневые. Здесь они у нас серо-черные, но это как бы мелочи, ну просто констатация фактов. Вот, все уложено здесь, все проклеено. Вот здесь приходилось делать разрывчики, потому что если их не делать, надо было снимать вот эту всю консоль. Ну это как бы никому не нужно, поэтому вот так. И теперь надо укладывать сами коврики. Вот здесь на них еще приклеенные были, я их отметил, вот здесь уложил на места. Почему? Потому что вот эти ковры, грязь лепится, пыль и прочее, их отнесли на автомойку, там карчером химией их вымыли. Вот всю грязь из них, всю пыль сначала пылесосили, потом с химией хорошо промыли, высушили. Теперь постелим, как бы в машине будет и запах приятный, ковры чистые, высохшие, как бы без влаги, все, они тут достаточно долго у нас все это сохлось. Вот, теперь просто-напросто надо все это постелить на места. Ну, вот, продолжаем работу. Да, вот это вот я не стал клеить клеем. Они там были прихвачены на каком-то клей, но он сразу отклеился. Для того, чтобы аккуратно все это постелить, я просто взял на бронеленту. Потому что обычный скотч малярский, он так хорошо не будет держать. И все, так это все и останется. Я почему объясняю, что люди просили все с пояснениями. Что, зачем, для чего, почему. Ну вот. Продолжаем. Следующий этап работы. Вот, постелили коврик. Везде надо аккуратно заправлять. Вот в этих местах вот направляющие для ковриков. Опять же, вот воздуховоды. Вот эти вещи. Вот. Здесь вот там, где приходилось делать разрывчики, я на всякий случай прихвачу, подклеюсь. Вот этими вещами подзаправить надо, подзаклеить. Ну, как бы, чтобы было все это аккуратно, в натяжечку, чтобы никогда никому не мешалось. Вот. Вот эти моменты все должны совпадать. Вот. Клипсы. Вот эти болтики, воздуховодики. Все надо внимательно, аккуратно стелить, чтобы все эти вещи, все, как говорится, было соблюдено, чтобы все работало. Вот. Обращать на это внимание надо сразу. Они потом, когда придется все это разбирать, когда будут стоять куча всякого оборудования, вот все болтики, все гайгочки должны быть свободными и соответствовать своим местам. Вот. Это вот подогрев сейчас вот с той стороны, видите, забыл вынуть. Вот. Так что вот эти все моменты надо соблюсти. Продолжаем сборку. Вот небольшой нюансик, автопластилинчик, динамик, мы его будем ставить на заднюю полку. Вот полка металлическая, чтобы исключить немножко дребезги. Сейчас резкость наведем, займемся немножко художественным творчеством. Что я делаю? Я беру автопластилинчик и вот так вот, вот так прокладываю небольшими кусочками. Вот. Для чего? Для того, чтобы приклеилось получше. Это исключит дребезги динамиков и будет музыка более вкусно играть. Вот. Ну, дальше все понятно. Потом ставим динамик, прикручиваем, вот так он виден.
Там чуть-чуть может вылезти, конечно. Ну. И потом есть смысл замазать его вот здесь вот, по вот этим местам тоже промазать пластилинчиком, как бы разгрузить на панельку получше. Звук будет чуть-чуть почище, добежать будет меньше, более сочный звук будет. Ну, это, как говорится, пожелание. Кто хочет, кто не хочет. Я всегда так делаю с музыкой. Хуже по-любому от этого не будет. Вот такой маленький нюансик. Ну вот, наклеили мы пластилинчик сюда и наделали для того, чтобы обмазать вот этот край динамика запасных. Сейчас сделаем, сейчас покажу, что из этого получится. Ну вот, динамики прикручены оба. Что один, что второй. Сейчас вот с этих торцов немножечко пластилинчику по краям. Ну вот что у нас получается. Вот так вот по краям динамика. И как бы торца вот пальцем прижимаем. Немножко его как бы приклеиваем. Вот второй динамик пустой. Сейчас и второй пройдем. Музыка будет гораздо лучше играть. Меньше дребезжать будет. Продолжаем. Ну вот, как мы видим, один динамик у нас залеплен. Точно таким же макаром. Залепливаем на второй. Вот так. Аккуратненько проклеиваем. Как бы в торец придавливаем чуть-чуть. Вот, и будет более монолитно. Но здесь тоже можно немножко и нужно вот эти вот пустоточки. Вот. Тот же шнурик под него подложить вот этой мягкой фигни и заклеить его сверху и снизу. Меньше будет шоркаться это все. Вот. Лучше будет как бы и шума, и теплоизоляция по-любому будет лучше. Но опять же, все дырки мы не закрываем. Вот здесь вот для вентиляции оставляем. Вот здесь тоже отверстие. Вот дальше тут у нас отверстие есть. Вот, потому что вентиляция протягивается через салон и выходит только в одном месте у нас. Это вот здесь. Вот она, эта вентиляция. Почему-то решили сэкономить, сделать только слева. А с правой стороны, как мы здесь видим, вентиляции нет. Поэтому немножечко вот такие вот отверстия. Вот чтобы тут был, как говорится, воздух ходил туда-сюда. Вот, вот они отверстия. Я немножечко пооставлял. Вот они видны у нас. Вентиляция в салоне все-таки нужна. Поэтому мы ее прикрыли где-то процентов, ну, на 50, может быть. Ну, основные воздуховоды, вот поток так идет, как бы. Вот, основные воздуховоды, они остались нетронутыми. Вот, там видно через стекло. Ну, через них будет вентилироваться салон. Ну, вот, очередной этап работы. Постелили тут все. Вот. Поставил панельку. Полы постелил, кресло, потихоньку, помаленьку салончик начинает окультуриваться и походить уже на автомобиль. Все собираем на свои места, чтобы все у нас было по порядку.
Ну вот, на сегодня уже хорош, уже как бы прилично поработал. Продолжим.